А ты в этого в ШПшника и быстрее пройдем. Я просто сам тут дохожу, я точно помню, что там, блядь, либо ДК, либо Рога, либо вместе взято, они тупо вливаются в нас, формят эти ебаные убийства. Ну я, впрочем, так же делал, наверное, это карма. Нет, если играть прям реально тупых людей, прям реально, они не могут даже по шпиям не сыграть. Там даже кассу могут не сбить. Там именно тупо сдохли, блядь... От непрохила в луже, нахуй. Типы еще... Что значит хилы? Уже шпиль закончился, а типы стоят, купаются в луже, нахуй. А, ну все, хилы бичи. Нет, там еще бывает, что реально хилы это просто такие... мы побежим за танками, нам сказали бежать. И все. А вот если бы флешки не было, то я бы сам сдох, нахуй. Тупо не хилят, блядь. Давайте суманем, алло, давайте суманем, чё? Алло, прием. Алло. Алло, да. Давай мордаун тоже в этого шипешника, а то мы так будем полгода идти, там дамага нет нихуя. Смотри, у тебя есть стоп, у тебя есть шалфир, у тебя есть пельтон. А, блядь, сказали нахуй в ШП, нахуй, давай бегом. Да, перечари, пожалуйста, мордаун, на штанах чарку, больно. А кого мы суманем? Он тут, хлидринг уже. Все тут. Да я не знаю, где мне найти эту чарку на большую. Этих. На аукционе. На аукционе? Сколько она, полторашку стоит? Ну, плюс-минус. На плечах тоже. На плечах. Это что там? А, ну понял, да. Да после этого мне с ходером еще. Пел, ладно. Бля, как охуенно на ханте играть, боже мой. Да, который... Без танка не агать, а? Да, похуй на этих танков. Сейчас сам танковать будет. Сам геймплей за хантам не очень нравится. А еще как он прыгает, ебать. А еще когда ты в передвижении стреляешь, тоже чувствуется твое мастерство. Похуй на танка, я ханта не бафаю. Нет, дай кулак. А на пол на ханте, где на пол? Жму на пол. Синтеку просто нравится жать залп и, блядь, чародейский выстрел, две кнопки и все. Нихуя, я залп не жму. Я жму чародейский выстрел, верный выстрел, а еще доту кидаю рядом. А когда у здоровья у него меньше 20%, я убийственный кастую. Это же были кольчужные 251, они больше дадут. Ни пожрать, ни разбафать не дали, блядь. У меня не было. У меня вот плечо было 200. А я тебя бафнул. Ну, кольчужные шмотки, то тем более, чем кожные. Я знаю, но у меня не было. У меня были ботинки 224 с РБК, а кольчужные у меня было только плечо, которое с ТТГ выпало. А, окей. Вот целка десятки собирал. Нет. Я их этому отдал шаману, там же просто интеллект был. Там был СПД, ХАС, МП5, просто интеллект. Я знаю, что у меня это увеличивается там сила атаки от интеллекта. Ой, блядь, зачем вы, кто это делает? Я. Опа, на пул сдал. Крепу формят, пацан. Ну, первый раз калин. Да ничего страшного. Я в ГМ бы еще сгонять. Гильдейский. А кто это спокойствие дал? Я, может, вы все, наверное, попробовать собрать. А или это не спокойствие. Мы, если хотите, либо еще одну коробочку, либо можно, короче, да, собрать ГМ. А сколько там онлайн гильдии? 19 человек. 19 человек. Но это уже можно на фул закрыть. 19. Да, ну, то есть, 15. Если все пойдут, можно попробовать, но. Ты смотри, я могу ДК не идти, блять, этот рейд, если ты токены все заберешь. Я уже забираю себе все токены на ханта. Даже себе это распределяю. Ты под жопу встаньте. Встаньте под жопу, ну. Токены unroll на ханта, я говорю.
Ну, кстати, ты можешь, наверное, поколебнуть. Ну что, если ты когда не хочешь пересить. КДК. Давайте, можно меня засейвить? Или вы можете попробовать? Можно я на рейнджу стану? Решаю. Интернет цепится. Здесь не таунтится, на секундочку. Ты и так сальву отдал. Сфера, сфера, пацаны. Давайте, хан. Сфера, сфера. Это же не крови, он же таунтится. Не разу? Этот не таунтится. Ладно, запомню. Давай на Элема мне, блядь. Перчик, перчик. Что там? Трога, цей, мастер. Кому это? К мастеру, наверное. К мастеру? Пидарас этот, варм не пошел, сразу падает нахуй. Пидарас. Давай, вот это Animal Play. Он как раз хотел платы. Блядь, теперь, нахуй, что одевать лучше? Эрдру или сову? Идите направо сюда. На ком танке весь не будет. Че, мы просто идем? Не знаю, думаю, наверное, Эрдру, потому что если не синтек и КД, обычно Валера заходит друидом инвалидом где-то под конец. А Рой ОХЗ. Да, лучше хило сделать себе, как это то, что хилов так в последнее время что-то нарты редко бывают. Бля, этот надо. Интересно стало. Вот. Вот говорит, омоложение будет на рост, все нахуй. Кто там, блядь, весь инст решил сагрить, а? Кто, кто, блядь? Питомец синтека, блядь. А, блядь, Войд фурит, и что она сделал? Плохой, блядь. Ты на ханте, блядь, чё? Я сам видел, как, блядь, бежал твой питомец. Я тоже видел, я тоже это видел. Я говорю, плохая собака. Лава, там ханту надо накинуть вот пару соток ГП. Стартовая ГП, блядь. Стартовая, да. Сколько, 4000 ему? Он не виноват, он шел в инвизию, он сделал все возможное. Он же не знал, что они это инвизию идут. Мы тоже когда шли, не знали, что ГП начислил. Нихуя. У меня заявление. Сколько у меня там ГП? 900. Да ладно, жалко. 1200 был, значит. Там срезаешь был бы 25%. Да. Целка сходил, получается, да? Ну да. Сейчас на этом КД схожу либо первый, либо второй РТ хантом. В зависимости, если я вот эти два токена получаю. Поставьте лут нормальный, чтобы книжку спиздить. Конечно. Ага. Уже не спиздите. Уже типа лутанули уже нельзя? Нет, ее просто нельзя открыть тебе. Ну там хорошая книжка была на темную магию. Да. Ну, там, да. А, там ближнее здание будет. Наоборот. На 5%. Там еще книжка три воргена превращает. Темные воргены, которые дамажат. Разные воргены? Которые на ласте лучше не пить, и они не использовать. А почему? Ну-ка, объясните мне. А когда на лоу хп и щитов нету, ты сдохнешь. Она тебя просто, блин, дамажит. Дамажит. Там помаленьку, но дамаг пройдет. У нас морда спятница на ласта. Милики будут стоять. Давайте вот этого бьем. Я попробую дать стан петом. Да, я первый сдам. А, хорошо. Думаю, что за череп нахуй на этом, бля, вуду нахуй. Оказывается, если на метке череп нахуй, показывает, кто на кого смотрит, да? Или, бля, вот. Да вроде нет. Вроде нет. И вот на метке череп был сейчас.
И кто на в таргете был он? На Вуду на них череп появился. ДЦ вроде. Ну, власти будет. Ну да, я в ДЦ прыгну, там веселюсь хотя бы. Пока танка не считывать. Оп, сюда. Это же милишная книжка, Гнев Титанов. Да, это для танка лучше всего. А на хила есть книжка? Да, есть. Там вызываешь призрачных союзников. Да, девочек вызываешь, они тебе помогают. Нихуя себе, да. Что вы, давай. Синтекс спец, да? Нихуя. Твой, это Исля, Видишь, книжка стоит? Возьми тоже ее. Ой, тот книжку возьми. От кристалла валяется. Аддон не работает нормально. Нет, нет, нормальная книжка. Чё там? Книжку возьми. Полный, что ли? Чё-то не берется нихуя. Или что? Чел минус в духу. Тут уже спиздил ее, нах. Это скам был. План скам, девочки. Скам. Только без буквы С. План скам. Хорош. Ты что, думаешь, так и живем? Топы нету. Да я тут топ. Так. Что, меня не слышно, что ли? Слышно. Там один хер, оно не закрывается комната. Где это, блядь? А дом херово работает. Сука, а что меня выкинуло? Я логнулся, блядь, мы просто. Босс убьем. А, по мане просил. Босса начали бить, да? Да килить нечего. Да, босс убьем. Он не понял меня, этот дядя. На экспеде этого пидора там 10 минут пьешь нахуй, я поймать. Заебешься. Угу. Еще нахуй этот цепь надо выбивать, потому что там хули ДПС теряется. Так тут у цепи 50 тысяч хп, блять, ее разъебать с двух ударов можно. А там 120, по-моему, на XP. Ну тут, по-моему, я тоже. Мистер. Вон тут 200 тысяч. Ну хули их них убить, вон. Даже я разобью на шамане, блядь, смотри, блядь. Там ДПС маленький пиздец. Убили? Нет, сейчас, пацан. Блять, че вы, помогите цепи побить, я заебался бить уже нахуй. Кто там? Кто в цепях? Эй, бух хуй знает. Кто-то? Литон, по-моему. Я понял, нахуй. Убили топ. Его убили. О, кольцо. Кольцо. Да, за ШП реально лучше от всех чарок классов отказаться. Просто статы взять. Кольцо, сука, кольцо. То есть можно этот священный огонь убрать, да, в принципе? Да, я взял крит, мне там плюс 1000 ДПС сразу. Просто критил. Mm-hmm. А пояс вообще есть смысл брать с этого, с ТТГ? У меня он крит хаст, СПД. Подожди, у тебя же получается кисти, да, эти анонсеты вот тут? У меня анонсет штаны. Можно анонсет руки взять? Там без разницы. А что у нас больше прироста? Ничего, они одинаковые. Одинаковые. Что тебе первый упадет, то ты можешь взять. Ой, теперь ТТГ идти надо, убивать все ноги. Ну, это сильно. На Эрдру только грудак идет, да, нонсетом, да, с этого? Да, идет нонсетом грудак, потому что Т4 голова дает тебе крит. Ой, твою. Давайте топу засуманим. Наша мана, что идет нонсетом. Грудак,
Подождите. Т4 грудак дает тебе крит, а голова дает хаст, поэтому... А, понял. Крит нахуй не нужен, да? Да, крит не нужен. Вот в Т5 крит нужен будет. У тебя от 4 Т5 ходы могут быть критическими, как в этом Т9. Понял. А для этого Ршаму что, какой нонсет идет? А вот без понятия. Ты хоть знаешь, вот этого мейна Ршаму? Бьем, ждем топу. Сейчас, он заходит уже. Просто я гадел у Бидона, у него грудак нонсетом идет. И даже вот Бидон правильно не скажет. А у кого-то еще, то ли у Зубра, то ли у кого, не помню, что-то руки стояли нонсетом, вот. Ну, уточню эту Зубраджина, он-то точно шарит. Эх, сейчас бы нам Зубраджина, мы бы, блядь, точно захилили бы и рейды, блядь, и дамажили бы больше. Ну, он в жомах сидит во втором статике, там, тот... Что там даже леди не убивают, нахуй. Да. Да ну, нет, все тогда. Все, готово. Погнали. Короче, надо попасть в жомы, чтобы... У топу забыли. Ничего страшного, топа к стенке встань тебе. Да куда вы торопитесь, блядь? Умереть. Еще осталось, да, 20 умирает, персонажей. Геймов и коня, блядь, и 5 рейдов, блядь. Это кил, чтобы взять на ханта. Я понял. Возьму тогда... Ой, блядь, притянуло. Че, с диспелем? Думаю... Прием, блядь. Че, не добежишь, что ли? А этот Эдрумон? Бля, вот сейчас слушаешь, короче, вот как первый раз прошли, как во второй раз, это прям, блядь, небо и земля. Первый раз ни слова не было сказано, а сейчас просто пиздец, одна ненависть. Да не, какой диспел, у меня даже поверьки диспела нет, он на ШП, у меня пихать ее некуда уже. О, блядь, не двигаемся нахуй, алло, блядь. Верните их, что-нибудь сделайте. Вам же и вызовите. Стрелующая клиника на роликах. Бля, сдохну уже. Нет. Сейчас я это на волну пущу. Блять, просто не получится не работать. О, вот это. Одно и то же падает, но... Возьму на транспок. У вас еще нет этой модели. О, левая рука. Левая рука, сука. Этот, ступни нужны? Ант? Дек? Нет, дек, нет. Дек. Нет, мне ничего не надо отсюда. Только 4 надо. Заметь, он сам сказал, ему ничего не надо, токен не отдаем. Я сказал только Т4, аж потом уточнил. Смотрите, на ханта пересел сразу с другой человек. Ёб твою мать, ёб твою мать. Я все тот же, просто на ханта, ну, нет смысла другие спеки одевать. Какая бесраса на ханта, кстати, сейчас? А? Какая бесраса на ханта? Зандалар. Нежить, на. Наверное, Довор. Черное железо. Ну, да, на ММА считают гоблин. На БМ на Зандалар. Типа гайды на БМ ханта в Т4, и там написано только Зандалар. Мордаун, ты чё, блядь? Ну чё там, бичи, да, что ли? Мне сагрили кто-то, блядь, и духа, блин, я пока стал писал. Так а нахуй вы хагрите, блядь. Типа, Зандалар дает процент АП, это потом пиздец. Еще 2% крита, если у тебя не докап, то ты можешь взять 2% дворф видел? Видел. Ну, это же, это, бонусы от крита, а ханта-то в крит не собирают. Там просто пассивные
пассивный урон, прок крутой. Ваниш. СПД стан, ой, это в ПВП стан на 3 секунды. Вот я за Ворген играю, мне заебись. Ворген дает мне 2% ловкости. Резайте. Почитаю. 3% хосты дает, и еще у меня есть поражение. А где девочки? А где девочки? Баф. Читай. Там с шансом. Блин, нахуй надо резать, да? Песните, пожалуйста, уважаемый там мастер. А им похуй. В квадро похуй. Пента, а потом гекса. А что после гекса идет? Гекс это еще 7, да? Охта. Гекс это 6. То есть охта, наверное. Да. Охта? А, ну да, охта. Ну вроде да, это 7. Неважно, что это после гекса, если дайте ищи пинту. Но пента это 5. Пинту, пинту. Пинту, да. Пинту это значит за здоровье. Ну тыква на голове, нахуй. Я. Пинта это 0,568 вроде. Литров. Нет, ты не понял, ты не понял. Это был тонкий мем. Просто я готова твое. Кто о чем? Это... Да. Так, знаете, тот самый мем, когда... Когда этот... Кто сказал, типа, сколько надо таскать локу камней, чтобы у него было нормально? Расовый же, либо каст, либо юзи, либо каст, каст, либо заклинание, закол же писать. Это же заклинание считается. Просто через да. Shift нажимаешь макрос и все, он там пишет. Не, мне просто, вбить да. Просто его. Мне да, надо да, макрос да, одновременно да. Вбить чародейное сосредоточие, блядь. Просто каст. Так, просто сейчас каст. Мы проверим. Ну, закол тоже работает вроде, но это не точно. Да, все работает, сейчас проверим. Сейчас 5 секунд, я тут это челику отпишусь. Где там топа? На синюю стану. А топа где? Давайте шкаф, а то топа опять сейчас будет на стенке. Да, он уже бегит. А, он уже пробежал, все, он бегит. Бегит, беган, бегун. Английский. Учим английский вместе с Интеком. Как переводится? Да, хуй его знает. Беган, что там топа будет. Застрял? Да я ну, это, блядь. Понял. Всё, я пулю. Он пулит. Топа, он пулит. Заходит пират в бар. Подходит, так, подходит к барной стойке. А бармен смотрит на него, и у него из мотни штурвал торчит. Ну, он ему такое говорит. Лево руля. А пират смотрит на него и говорит. Получается яйцеворот. Может зеленый перекройте, а, бичи. Блять, что-то. Бич. Не, синий, я еб. И бичи вообще просто лили. Ой, ты где там, я диван сдам. Давай меня, давай меня. Мастер, давай, резай меня. Вы на драконе что ли вайфали, пиздец? А, это поработал. Зеленый не перекрыли, на синем сдохли в луже. Это технический вайп. Рид бичей. Какой охуенный первый рейд тут был, оказывается. Батя сломался, надо починить. Страшно представить, что будет, когда мы пойдем во вторую. Ой, он уже. В третью коробку. А, блядь, хули вы там стоите. Так вот вам Дживс, чинитесь. Сейчас Синтек получит от дракона, нет, поебал нет. За это. Не, нихуя, нихуя. Я его качу. Ой-ой-ой, блядь! Скажите спасибо Синтеку. Пич просто, я конченый. Я говорю, такой, блядь. Откните стрим, блядь. Ты решил наебать систему, блядь. Так, зеленый-зеленый. Кто на синий, нахуй? Алло, блядь, вы чё, бичи? Это пиздец, блядь.
Мордаут, как дела у тебя, нахуй? Сука, ставьте на силу. Вы бичи, что ли? Ты чё, сука? Нормально. Ладно, я пока полежу, пока ты человеку попишу. Это кто, топа? Заебал. Блокмастер, выйди. А, вышел, вышел. Нихуя себе, блядь. Чё, ещё раз побежим, что ли? Какой полион? Тут он, блядь, он. Хуярьте, ёбаный. Где ДПС? Всё. На гневе, нахуй, дохнул. Да бичи, потому что я бы туда... Да, я про Геру только сейчас вспомнил, нахуй. Да, отлично, Геру вспомнил. Да, на мужика бьём, ебать, лям там остался. Пизда, мы сейчас вайпимся, чё, не знаю. Не, я хуй знаю, ну не знаю, нахуй. Не знаю. Массакру дашь, массакру дашь. Давай, давай, бьём. Нихуя, тупо на мужиков не знаю. Кастует. Да, ну, да. О, вот такие я заберу по ножу. Ебать, 6, сука. Ок, С. Нахер все. Понимаю. Хаст дух. Кинули мордаунта, ушли нахуй. Тело, блядь, такое. Ебать, всех покидали, да. Нет, убери сейчас. Кто посапни его? 3 шматки уже взял. А, нет, 4 нахуй. Шея, левая рука, кольцо. Идут быстрее убить. Чайпет. Сука, чайпет. Сука, ебаный в рот, мудак. Я знаю это. Осуждаю. Осуждаю. Пет синтека. Вы понимаете, сейчас там еще и больше прибежит. Слышишь, там надо еще стартовое ГП накинуть. Да. Молодо что-то знаете как-то. Вы с собакой не ругаетесь, блядь. Новогоднее. Главное, моб бьется 5 секунд. А, ебаный в рот, кто сагрил, мудаки, блядь. Ебать, опять шея, сука. Починюсь, мне да. Квадро похуй, поскольку это был не я, нахуй. Вон, да. Вот, все на видео подписывает. Ищите себя, прошмадок, Джана. А ты строил, что ли? Не надо мне, не надо, у меня есть. Не, нет, шея, которая этот с моба выпала. Ебануться, у меня в сумке, меня в сумке на танка 4 манускрипта. Нихуя. Нормально. Тарелка один на лужу, один, блядь, для Т5 уже приготовлен. Один чисто под таргет босса. Пиздец, блядь. А Тандрели это кто? Это я и чё? Кто это? Звучало агрессивно, пиздец. Не, ты хочешь, да? Не, это в прошлом рейде кто это был? Там заметка уже есть. Да я не вижу, блядь. А, ты не в гильдии, да? Кто такой Void Fame? Что за лох? Я понял, нахуй. Взяли, пугали. Нас просто не брали, где в гильдии? Че мордаут не хилится, бля? А он бич. Здесь даже роли нету, алё. Нахер он нужен? Кто нас... Войфрейм кикнул? Да, сейчас мы это перед боссом кикнем его. На балкончик, блядь, не зайдите. Не-не-не, я лучше сделаю. На боссе кикнем его. Кто-то внизу упал. Понял, блядь. Если Тошкин выпал, он его точно смог полутать. А потом он будет писать на форум, а ему скажут, ебать, нужен скрин набора, а у него нету скрина набора. У меня есть все, нахуй. А, твой видос не пойдет, нужен скриншот набора. Согласен, согласен. Можно сделать тебя стоп-видео там... и... О, пацаны, я пулю молчасара. Там на видосе будет слышно твой заговор, нахуй. Ошибочный какой-то, да, щитуй. Чем ты прожал тучу, если тебе свечится? Я забыл, что... Все, готово. Сейчас у нас... Все, давай, погнали. Синдром, киньте ДЦшнику. Не-не, не надо не кидать ничего, не надо ничего не кидать. Я сейчас это просто сваливаю, хилюсь. Ха-ха.
А это на леди, которые когда вот в МК берут, через нахуй этот, можно кстати, меч, блядь, через этот вуду? Да. Через вуду вроде вообще все можно сделать. Если смерть этот, потому что, блядь, тут... Да-да-да, там самая универсальная херня. Вписываешь, что хочешь, любой скилл, и он автоматически будет работать. И у меня рекаунт был, вот сейчас на этом друиде вот этот вуду пробую. Киллбот ты имеешь в виду? Да-да. Киллбот можно забить все дебафы, бафы, проки, блядь, все можно забить. Это в каком там месте можно это сделать? А, настройки, излечения, и там клиентские, и вот новый дебаф. Ты там вводишь, короче. Топ, у нас ДЦ есть, не убегай. Да, блядь, я как-то на им перестал доверять в последнее время. Ты не доверяешь мне? Правильно, доверяй. Правильно. То есть Скар и ХМ, к примеру, поджигание можно туда впихнуть, и ты будешь человека видеть. Ну да, если он будет получать урон от поджигания. Я эти дебафы на Тилмивен вешаю, нахуй, что по центру. Семья порчи, нахуй, все такое. Не знаю, вот Тилбот прям гораздо удобнее. У него мало того, что половину уже все готово, того, что есть Вуду. Еще и можно дописать. То же самое, как и Вуду, только, ебать, удобнее. И там, бля, этот мало жрет оперативки, по-моему. И мало жрет оперативки, да. Вот детейл 40 мегабайт, блядь, аукционатор 9, ДБМ Кор 7. И все, больше не вижу. Че, еще левее убегаем? Ага. Точно. Практически поворот влево. Не поверишь ли, голова упадет нахуй на Вара. Упадет, он денет, смотри. Хоп, и голова на Вара. Нападает. Да, и сказал же это Вара, вы че? Что за кринж нахуй? Почему все ему упало, блядь, ебаный хукмастер? Кстати, приговор света хорошая штука. И шея охуительная штука. Я вообще просто дети. Если просто чего делать? Ёп.